было. Подходит, да. Ну, да. Здесь бы хватило. А если не хватает, что тогда действительно? Надо быстро собираться и убегать, чтобы не догнать. Кто не успел? Ставьте. Как вообще ваше впечатление о проведенном дне? Вот как вот в этом чудо? Не, ну день, конечно, просто. Ты понимаешь, что день вот сегодня, день он прошел просто не зря. Это то, чему надо. Вообще каждому человеку надо хоть иногда. Ну, делать что-нибудь такое для души. Я не знаю, я не могу. Я не готовилась. А так спонтанно, понимаешь, спонтанно, это когда ты выходишь, это тебя так тронуло. А слова, они, к сожалению, да, уже потеряли смысл. Видишь, сейчас, что бы я ни сказала, оно все равно не будет выражать тех чувств, которые есть. Жалко людей, просто жалко. Спасибо. Ну и вы большие молодцы. Если это, конечно, ты хочешь выставить, чтобы это люди увидели, что я хочу сказать, надо все-таки начинать делать добрые дела. Какие-то, вот я не знаю, даже хотя бы там животных кормить. Вот просто что мы можем? Мы все так черствеем, к сожалению, по большинству своем.